Блять, я не понимаю, откуда они все лезут. Я обосрался. Ай, блядь! Ай, блядь! Не, ну как? Ну может немножко я боюсь, да? Ой, блядь! Я не буду на эту кнопку нажимать, даже не думаю. Не умирай, не умирай, не умирай! Порнофильм какой-то. Не, не провалился пол. Ой, блядь! Блядь, уйди, уйди! Да, не провалился. Так, что у меня? Внимание уже. Ладно, пришлось аптечку потратить. Так, ну что? А, слушай, так я в главном холле. Что там хочет мне капитан сказать? Блин, я надеюсь, он уже не зомбак? Вроде нет. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. You know her? Yeah. Tjolka, name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. Ну, кстати, я как раз ключ получил-то, а на эту сторону. I'm on it. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Так, если мы объединим два пороха, что получится? 9. О, 15 патронов? Вот это уже другое дело. Так, ну что, ключ должен быть. Отлично. Так, быстренько анализ ситуации. Так, здесь есть сейф, который... А типа там нету дороги? Ну я попробую... Да, вертолет. Возможно, это даже вертолет Umbrella Corporation. Это что такое? Так, я так понимаю, здесь мне рычаг нужен. У меня нет рычага. Ладно. Опа! Помните, у него что-то было. Вот фотография. Мы проявили фотографию, и у него был ключ. Блин, а сверху там паучок не спустится? Так, старый камень. Это что такое? Ракун-магазин. Там у него была книга красная, и был еще ключ. Калигула. Калигула — это порнофильм какой-то. Опа, это что такое? Карта доступа? О, блин! Теперь у меня больше причин вернуться, получается, в ту оружейню. Это что это? Так, я могу тебе твою руку отдать? Я могу ее взять, да? Блин, и чё? Я так подозреваю то, что я сюда должен книгу положить. Ладно, пускай, короче, пока что рука у него останется. Waiting room. Я не понял, это что такое? А, окей. И чё это было? Ладно, не буду я, короче, пока что некоторые предметы брать, чтобы потом, если что, вернуться и... О, господи. Чё ж с ними случилось-то?
Ого. Там девушка его. Claire! Hold on! I'll be right there! Okay! Так, и что там? О, господи. Что-то мне кажется, не сможет он ей помочь. Claire! It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of the hill. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But да, зато у меня есть рука статуи. You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No. Ну, я так подозреваю, все-таки вот эти две компании, они различные, да? То есть у нее свой путь, у него своя история. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now. Okay. Она очень оптимистичная, да. Marvin, I've got a situation here. Marvin, там. О, смотри. Marvin, do you cut? Хорошо, что я еще не взял. Мне так много говна. Damn it. Да ладно, он тебе не поможет. Бум. Спасибо за игру, пойду. Совет зомбакам: иногда по ногам стреляй в каленые чашки и беги. Серега, большое спасибо за сотку. Спасибо, Серега. Огромное спасибо за 100 рублей, ребята. Если вдруг вам нравится, эй, можете поддержать. Дай-ка я это закрою. Не знаю, какой смысл, но может поможет. Спасибо большое, Сергей. Бля, я не понял, чего они оживают, блин. Может, зря я на самом деле потратил патрон на этих двух. Я просто хотел вот здесь. А, постой, так я же здесь уже был. А, это первый этаж. Постой, это первый этаж. Понял, это с той стороны. Так, комната смотрителя. Печатный восточный офис, туалет, комната отдыха. Блин. Ой, блядь! Блин. Может, мне стоит их немножко расчистить? God damn it. Я просто хочу посмотреть, что тут есть. Опа. О, постой, постой, постой. А там было место, где я это могу использовать, да? Ой, бля. Блин, очень много куда можно пойти сейчас. Коробка какая-то. Статуя богини.
Круглая... А, постой, круглая ручка, где вентиль надо крутить. Блин, ну, короче, мне придется сейчас с зомбаками повоевать, да? Вы говорите, по конечностям стрелять? А куда стрелять-то? В руки? Да ты... Окей. Ну что, круглая ручка? Блять, я не понимаю, откуда они все лезут. Этот выжил, что ли? Господи. Блин, я весь боезапас на эти бомжи потратил. А, вот отсюда лезут. Ой, хардкор. Ой. Возможно, у зомбарей башка уже тоже конечность. Shit. What the? Спасибо, хардкор. Ну, что-то я пока не знаю, да, как. Блин, пипец, он же лучше. Спасибо большое за 100 рублей, хардкор. Пипец, я весь свой арсенал на это говно потратил. Блин. Опа, световая граната. Оглушает и ошеломляет врагов. Блин, прикольно. Это склад. Опа-на. Опа, патроны, отлично. Блин, у меня опять нету места для всего этого. Тут, короче, реально определенные вылазки, да, надо делать. Давай-ка так, давай пойдем через приемную в камеру хранения и достанем там сумку. Блин, мне очень нужна сумка, поскольку мне кажется, это один из таких ключевых предметов. Ай, блин, ты шутишь. Не умирай, не умирай, не умирай. Ребята, ну я стрелял ему по ногам, как бы. То, что вы там говорили, и чё? Это помогло как-то? Ай, блядь! Ай, Да ты умрешь или нет? А куда надо стрелять-то? Да.
меня нет ножичка, блин, чтобы его порезать. Да суч! Вот это живучие! А как узнать, мертвы они или нет? Да пипец. Сейчас я буду как плотник абсолютно все окна забивать. Максимальная ловкость. Максимальный скилл. Я обосрался. Блин, у меня-то и... Блядь, тут еще щипцы нужны. О, господи, ребята, я, мне кажется, по полной обосрался, если честно. Нет. Я еще патроны потратил, еще ничего из этого не вышло, да? Где это находится? Комната хранения, она здесь, да? А, так постой, так это просто сюда ведет? А, это та дверь. Ну ладно. У меня-то сейчас патроны закончатся, если что. А, понял. А, здесь сохранение. Блин, я бы мог просто так пройти. Блин, я так сглупил. Я хотел, наоборот, безопасно сыграть. Я тут умираю, да, уже? Пипец. Так. Порох, нож. Yes, baby. Е-е-е. Так, постой, дробовик на четверку. Ага, еще мышки можно менять. Вот это четко. Я поставлю на тройку, значит, получу рюкзак. И что еще? И получу еще нож. Ну хорошо. Так, давайте поставим на тройку. Так, главное не тупануть. Так, какие у нас номера? 103 и 203, да? Бля, постой. Бля, у меня же нету двойки. А, нет! У меня же нету двойки. Ой, я обосрался. Ой, бля, я бы лучше патроны для дробовика получил. Ну ладно, хотя бы уж, я не знаю, нож как сейф. Сейф инструмент. Блин. Ай! Бля, нож очень, очень полезная вещь, да? Я бы умер, если бы не нож, на самом деле. Да, потому что у меня критическое состояние здоровья. Давайте, короче, прикинем, что сейчас там делать. Пульт для шкафчиков, набедренная сумка. Значит, нам нужно еще найти одну кнопочку, да? Так, этаж вверх. Так, красная книга нам нужна, чтобы потом тому херу отнести. Так, здесь нам 100% нужен вентиль.
Давай-ка я, короче, просто зеленую траву на себя херану. Ладно, ладно, давай так играть. Не понял. Ты чё, охерел там, блин? А, блин, а тут какая-то баба была. Она исчезла. Вот она где. Ну и? Короче, мы будем стоять и ждать, очнется или нет. Надеюсь, не очнется. А у нее нет ничего, типа ключа? Так, ну что, вентиль? Крутим, крутим, крутим. Ого, слушай. Надеюсь, дорогуша умерла в этот раз. Блин, у меня патронов жестко не остается, ребят. Опа, порох, отлично. Ладно. Здесь ничего нет. Так, а это что такое? Душевая. Блин, на деле не хочу я туда идти, поскольку у меня патронов нет, ребят. Опа. Для дроби. Мне кажется, дробовик просто очень ценный ресурс. Господи, это что-то урод, блин. Ну-ка, отдай ножик. Уху, блин. Ладно. Не такой-то он и страшный. Office Stars. Оружейная есть. Ого. Опа, батарея. Блин, а ножик на самом деле очень полезная вещь, как оказалось. Служебная записка. Так, офисные принадлежности из трех чисел. Западный офис 1Э. 9, 15, 7. Блин, надо бы куда-то записать. Блин, опасное место, у меня нету... А, постой, оружейное. Если бы я там мог патронами перезарядиться. Think Center. Это закос подлинного, типа Think Center. Я что-то могу на нем использовать? Ну, точно не батарею. Ножик может. Ножиком потыкать. Так, ну-ка. Armory Authentificating. Необходимо подтвердить профиль. Электронный ключ. Да ты шутишь, блин. Надо найти ключ, короче, чтобы... О, ё-моё, там дигл, что ли? О, там дигл. Чёрт, как же туда попасть? Всего один патрон. А, еще одна световая граната.
Ой, блин, лечебный спрей, еще один. Так, и что он делает? О, патрон для дробаша. Опа, на это что за радиоцентр? Так, постой, у меня вроде порох-то был только что, нет? Опа, порох, отлично, ладно. Не, пороха нету, черт. Что же делать? Ну, спрей я сейчас не хочу использовать, поскольку... Ладно, пускай уж тогда тут остается. Но... Даже учитывая то, что там есть порох... Блин, патрон для дробовика. Что лучше, патрон для дробовика или для... Ладно, давайте мы все-таки соединим их. Так, интересно, дробовика можно с одного выстрела убивать? Это какая-то вообще новая дверь. Так. Они у меня отмечаются? Отмечаются, это хорошо. О! Опа-на. Это где я? Зона отдыха? Блин, интересно, а здесь... У меня есть пистолет. You bastard. Блин. Так, ну что, надо вернуться к докам. Вот, вот здесь вроде было. Что это, блин, нарисовано? А, это водолей. Так, рыба, скорпион, водолей. Так, ты давай пока полежи. Так, рыбы. Скорпион. Опа. Отлично. Так, я так понимаю, то, что, возможно, еще один нужно достать на третьем этаже. Или что, вся игра будет проходить в этом полицейском участке, я не понимаю. Мне главное захватить книгу, короче. Так, книга находится в центре, и потом я могу прыгнуть в холл, да? Есть, есть. Блин, это тоже такая тупость. То есть ты тратишь два защитных метра, да? И потом, как бы, ты совершенно уязвим. Так, ну что, еще одна осталась. Блин, вот здесь мне бы достать, да, все, что есть. Но туда просто так не попасть. Вот через второй этаж, только через библиотеку. Как-то пробежать через этих бомжей. Ой, блядь! Son of a bitch. Ну что, я тебе дал? Ой, постой. Опа. Отдай ключ. О, супер. Слушай, какой огромный ключ, блин. Им можно людей убить. Скипетр. Постой, это скипетр или ключ? Короткий посох. Слушай, может, я его посмотрю? Я не могу вот этот камень взять. А, во. Во-во-во. Красный камень. А не было места, куда я мог вставить красный камень? Вроде пока что нет. Я могу его продать? Нет, дорого стоит, написано. Блин, не хочу я так на него патрон тратить.
такие... Ага, получается, через такие двери они не пройдут. Так, ребята, как этот открыть? Код от другого сейфа. Ладно, кажется, ребята. Мне кажется... Давайте, короче, прочтем, что там было написано. Из офиса Stars 2E в западный офис 1E. Так. Западный офис на первом этаже. Западный офис. А, вот... А, я же там не был еще. Блин, ну туда и не попасть мне. А может, я попробую через второй этаж, через библиотеку подняться вот так, а потом спуститься? Блин, ненавижу эту библиотеку. Страшное место. Оружейное. Блин, у меня нет кода. Надо думать. Давай я все-таки попробую через библиотеку попасть туда. Это, конечно, не самый... Так, постой, это что такое? Так, это куда ведет? А, точно. Так мне сюда надо. Вот здесь должен быть сейф. Сортировать предметы. Сюжетные предметы. Во, то, что вы мне писали, ребята, помните? Блин, если у меня пистолета нету... Типа, если я открою... Слушай, это прикольно. Если я открою все двери, да, с этим ключом, то он мне уже не нужен. Слава богу, слава богу. Так, ну все, поехали, ребята. Хоррор нас ждет. Так-то. А не пазлы, да, нон-стоп. Блин, как минимум один зомбач есть. Это куда ведет? А, ну, кстати, это очень хорошее место. Там еще кто-то есть. Так, использование пороха. О, прикольно, рецепты нашел. Так, патроны для дробовика. Патрон для револьвера. В участке осталось мало патронов. Разные патроны. Ага. Так, ладно. Надеюсь, он мертв. Ну. Ребята, все под контролем, не волнуйтесь. Я уже боюсь, короче, этих ящиков. Так, дошел, да. Ну, это, во всяком случае, ваншотит. Да, дробовик, прикольная тема. Вот. Че вы там не заливали, блин? Крути туда, крути сюда. Так, сейчас я найду. Так, это служебная записка, типа. Так, 9:15:07, верно? По 109 влево, 15 вправо. Измените ее сразу получение записки. Я не понимаю. Ладно, сейчас постараемся разобраться. 1, 2, 3, 4, 5. Так, все, кто писал, о боже, и что-то в этом роде, всех под бан, ребята. Но акула и Нойза вот этих двоих сразу. О, блин, бэкпэк получил. Пипец, блин, ребята, без ваших советов я тут быстро все пройду. Так, надеюсь, тут никого не появилось. Так, так, так. Опа, что это такое? Ненавижу офисную работу. Что-то об операции. Так. Так, а как мне туда попасть? Что-то я не понимаю.
Так, я так понимаю. Нет, туда нету, да? Пути. А почему красное? Я здесь еще не все облутал, типа. Так, первое задание для новичка. А, смотри, Леон Кеннеди, твое первое задание будет особенно важно. Так, это про нас. Твоя задача — открыть ящик своего стола. Так, постой. Ящик стола Кеннеди. А где он находится? Ключ к успеху закрыт в первых буквах наших имен. Введи буквы в порядке расположения наших рабочих мест. На столе два замка, по одному с каждой стороны. Открой оба. И что получится? Н. Не. Нет. Так, нет, попробуем. Апперкот! Скотт. Постой, его Скотт зовут или его зовут Жорж? Нет, его Жорж зовут, Джи. Так, постой, если здесь нету М, значит, надо по этому порядку. М. МРГ. МРГ. Ну-ка, есть такое? О. О. Опа-на. Постой, Матильда? Деталь для Матильды. Да ебать, какая разница, блин, какая обойма, если у меня нету патронов? Опа-на. А, патроны откуда-то магическим образом появились. Ну, значит, они были уже в обойме этой. Ну, спасибо. Пошли дальше бомжевать. Вот здесь почему-то дверь заперта. Почему я ее не могу открыть? Давай-ка посмотрю. Так, короче, пистолетик возьмем. Блин, эта дверь с той стороны открывается. Так, я могу вот здесь цепь разорвать. Блин, вот здесь зомбаки будут. Я не знаю, как я опять через вот этих зомбаков буду проходить. Блин, уже пол первого. Слушай, ну, как вариант, типа, просто один выстрел. Апперкот! Ой, символ, спасибо, бой. Ой. Решила пробывать GeForce Now. В общем, начался МК-11, и знаешь, мне понравилось все быстро, и картинка офигенная, учитывая, что комп у меня не ахти. Ага. Потом Ведьмака на ультрах поиграл. Так, устройство. Ну что, я так понимаю, это для взрыва бомбы у нас. Так, я же говорил то, что батарейка нам нужна. Попробую объединить. Опа-на, детонатор. Так, нам на третий этаж как минимум. Так, ну хорошо, значит, нужно устройство детонирования поставить. Джонни, ты что, богатый человек? Ну, это моя работа. Так, спейс. Блядь. Апперкот! Ебать. Такой вопрос есть скример на донате. Все-таки Хэллоуин. Есть скример? Ну вот это и есть скример, блядь. Симпл, спасибо. Ну ты проверь там, проверь. Есть там, нет скримера. Все там через этот. Через, так сказать, метод проб и ошибок. Я не понимаю, здесь порох где-то был. Блять, я чувствую, что этот паук вылезет. А, постой. Лучше не бегай. А что будет? Слушай, а может реально пистолетиком что-то надо? Давайте я его пистолетиком бахну. Что-то не хочу я.
Так, 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 так. Заметки, вот они, да? Так, ну что здесь? Дева, стрелец и змея. Спасибо, бэй. Спасибо, спасибо. Блин, что это такое? Дева, просто это лев. Я не понимаю, что за змея? Нет уже знака зодиака змея, верно? Да и вроде петуха нет. Или есть? О. Опа-на. Активируйте статую богини. Так, как мы туда сейчас попадем? Так, ну через библиотеку опять придется пробежаться. Блин, давай попробуем через библиотеку. Блин, интересно, я вызову... Оу! Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь! Да. Я могу пройти мимо нее? Блин, мне кажется, сейчас он на меня накинется, я понял. Ну что, ребята, кто тут босс? Надеюсь, там не будет еще одной. Постой, найдите выход. Оу, е. Да. So it goes underground. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Чё, всё, он зомби? Поберегут! Ой, Симбл, спасибо, дорогой. Херонишь зеленую травку. И до 4 го будешь квасной стрим делать. Все так и праздник. По 104 ноября? А что за праздник? Симбл, спасибо за сотку еще раз. Спасибо. Что за праздник? День этот? Единство? Да, вовремя донатил. Отдал бы хотя бы пистолет. Дай патроны хотя бы. Не понял, блин. Я там еще... Я там еще не все облутал. Алло, я могу вернуться? Там столько вещей было. И все? Блин. Так, тайная комната. Пожарный гидрант. Типа, вот этот вентиль мне нужно найти. Так, порох. Ну, слава богу, хотя бы порох есть. Поехали.
Ну да, день единственного. Да это просто вроде не такой праздник. Вы его отмечаете? Так, интересно, что здесь? Так, давайте карту посмотрим. Так, тайная комната, Т-образное отверстие. Так, ну что, получается, есть верхний, есть средний уровень. Наверное, есть еще нижний уровень, да? Ну да. Что за жетон Stars? Ой, блядь! Блин, у меня патроны-то закончились, алё. Спасибо большое, Симбо. Ой, блядь! Блядь. Господи. Блин, у меня патронов нет, что мне делать-то? А,
Оберхот! Ай, блядь. Ой. О, нет. В твои красивые глаза можно утонуть. Ха-ха-ха, ты увидел как будто новую вселенную. Спасибо, Симбл. С первого раза, ребята. Пипец, у меня вообще нет ресурсов. А как я дальше буду играть? У меня нихера нет. У меня вообще нихера не осталось. Ну, совершенно нет у меня ресурсов. Лестница под землю. Порох. Сможешь по другому пути? Блин. А когда, интересно, этот путь у меня появится? Да, ребята. Так, ну что, туда мне никак не попасть. Значит, туда... Да уж, ресурсы очень ограничены. Опа. Так, вперед. А дальше-то что? Я не понимаю, это сейф? О, сейф-комната здесь. Ух. Опа, на бэкпэк. Ну, слушай, вот уже в нормального человека превращаюсь. Это куда ведет? Опа-на, парковка здесь. Оставь один патрон для себя, да. Так, ну что, это вниз? Давай попробуем. Вот там есть дорога, типа. Так, с этой стороны, типа, не открыть. Придется нам, соответственно, или туда, или сюда. Вот туда. Мне кажется, какой-то трэш произойдет. Понял. Мне туда идти? А, вон там какой-то щиток есть. Ладно. Карта? Блин. Так, постой. А, это получается для открытия парковки. Так. А, карты нету. Спасибо, Симбол. Ой. Я знаю, как помочь поменять. Дай логин и пароль от Твича, это долго не займет. О, господи. Спасибо. Это не могу дать. Давай. Мне кажется, сейчас должна девушка привести. Джон, спасибо за подписку. Это наемница, да? Lower it. FBI. Не похоже на FBI. Thank you. Блин, в этом мире, короче, все модные. Все модные и красивые агенты. Вы видели там, ну, от настоящих КГБшников? Мне кажется, они не выглядят как аниме-персонажи.
Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. Так, ну что, она туда пошла. Дорога и туда открылась. Давай-ка посмотрим сначала, что здесь находится. Блин. Это где? Ух, черт. Блин. Нет, короче. Нет, я пойду туда. Я чувствую, там точно зомбаки будут. Мне нужно сейчас как бомж, короче, залутаться, иначе будет все плохо. У меня вообще нет ресурсов, чтобы отбиваться от зомби. Учитывая мой такой агрессивный, да, скажем, стиль игры. Лишние патроны не помешают. Опа. Так, ну здесь вроде более безопасно все выглядит. Так, ну чё? Так, хотя бы патроны есть. 7 патронов. Карта подземного этажа. Отлично. Так, изолятор. Стрельбище. Генераторная, морг. А что в изоляторе? А, блин, нет. Ну там самые опасные преступники, да? И здесь, я так вижу, 8 камер. Блин, не хочу я туда идти, если честно. Оберегут! Ой! Что значит глаза говорят обратное? Стиль игры у тебя то агрессивный, но глаза говорят обратное. Что значит глаза говорят обратно? Все там, все нормально говорят. Не, ну как, ну может немножко я боюсь, да? Блин, и сюда не попасть? Черт. И что делать? Черт, генераторная. А может генераторная нужна, если отключить или включить наоборот электричество? Возможно, получится. Спасибо, Симбол, спасибо. Стрельбище. Блин, ну здесь особо-то... А, смотри, вообще наша задача получить магнитную карту от гаража. Сообщение мистера енота. А, так Ракун Сити, это же Ракун, это енот. В качестве цели... А, черт, у меня нет этого ключа. Я так боюсь, то, что эти встанут. Кстати, я еще не говорил, но игра мне очень нравится. Да. Прямо. Почему я вот еще так долго стримлю, играю? Игра реально хорошая. Так, уведомление об утилизации. Постой, ключ патрульной машины. Погнутый ключ. Так, система дистанционного отпирания дверей. Двери и багажник. Ключ от патрульной машины 7439. Так, ну хотя бы хоть что-то есть. Там еще патроны. Енота убей. Где?
Ладно, ребят. Пофиг. Туда нам не пройти. Питомник. Неужели там собаки будут? Вообще, на самом деле, я хочу сюда. Но я чувствую, здесь будет очень опасно. Я чувствую, здесь будет очень-очень опасно. Коробочку желтую открою. Можно открыть, что ли? Что-то внутри. Опа, потертый ключ. 7-4. Ключи зажигания автомобиля. А, это зажигание? А, во. Во. Постой, постой, где? Еще раз. А, вот он. Ух. О, супер. Ну, надеюсь, там сейчас заначка будет жесткая. Ложа. По 3 пули за выстрел? Да у меня патронов нет. Нафиг мне эти модификации? Дайте мне 100 патронов вместо одной модификации. Ой, господи. И что, типа... Это теперь автомат у меня, типа УЗИ. Сразу мы посмотрим, что там в изоляторе происходит. Это опасное место. Бля, я не знаю, как он стреляет-то сейчас. Что, значит, глаза говорят обратно? Все там, все нормально говорят. Кнопку нажимать, даже не думаю. Ну, хотя их всего двое, да? Во всяком случае, то, что я вижу. Я так понимаю, эта кнопка отопрет абсолютно все двери. Опа-на. Опа-на. Hey. Кого мы нашли? Она куда испарилась? Been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No. No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Iron sent you. Iron's. Dino Crisis remake. Ну да. Who cares? Наверное, лучше первую часть. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Что-то я... О, господи. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry. I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out... Shit. It's coming. Что там происходит? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Оба. Бля, бля, это мистер Икс. Oh my god.
is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? Ben? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. Да я бы тоже убежал. Как можно скорее. Давай, спокойной ночи, помидор. Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. What in the world? Так, постой. Что-то я это видел. Так, приспособление. Есть два места, где я это могу применить. Я не знаю, конечно, если это мульти-мульти. Так, электрощиток сдох, найдите. Полагаю, электрощиток тюрьмы. Детали электрощитка. Генераторный. Блин, так значит мне туда все-таки надо идти. Черт. Постой, так если я на это нажму, они все выйдут, да? Я не вижу. А что же там? Но здесь что-то и карта не показывает туда. Очень странно. Ладно, я пока не буду открывать, я не вижу смысла в этом большого. Ну что, мне все-таки придется идти туда. Сколько я буду стрелять через... Ну ладно, я потом их убью. Надеюсь, они еще не выйдут. Тебе надо бейджи? Да я понял, ребят, я понял. Это что за цветок? Фиолетовый? Синяя трава. Блин, у меня на самом деле места маловато остается, если честно. Давай-ка я объединю зеленую и красную. Better save than sorry. Ладно, не могу я рисковать, ребята. Простите, собачки. Уж очень было похоже на то, что они в любой момент выберутся. Так, ну что, идем сюда, морг.
протокол вскрытия. Джастин Хэнсон. Мертвый в тюремной кровати. Умер, страдал. Воровство. Так, интересно. Может, мы у вора что-нибудь найдем? У какого-то бомжа оказался фиолетовый ключ. Так, фиолетовый ключ. Так, значит, я могу пройти вот сюда, да? Бубновая дверь. Так, вроде здесь больше таких ключей нету, да? Эти ожили, что ли? Зачем пленка нам нужна? Так, это опять же. Так, постой, и что? У меня больше нет никаких ресурсов, ни патронов для пистолета, да, ни картечи для дробовика. Как мы будем выпутываться из этой ситуации, я не знаю. Ой, блядь! Ай, блядь! Ай, сучки! Блин, ребята. Ой, ну ладно. Сука, блядь! Сука! Ай, блядь! А!